Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 17 сентября. Я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Большой привет Айдару и Даяне. По республике по трассе БАМ неустойчивая с осадками погода. Ветер западный 5-10, местами порывы до 16 метров в секунду. По остальной территории преимущественно без осадков. В дневные часы теплая погода. В конце дня приближение активного атмосферного фронта по юго-западу и Прибайкалью вызовет дождь в горах с мокрым снегом. Усиление северо-западного ветра до 22 метров в секунду. Понижение температуры. Температура воздуха по северным районам ночью от 0 до плюс 6, днем плюс 16, 21. По центральным районам ночью плюс 2, 7, днем плюс 18, 24. По южным районам ночью плюс 2, 7, днем плюс 19, 24. В столице Бурятии без осадков, в конце дня дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, 8, днем максимальная плюс 22, 24. Атмосферное давление будет падать до 709 миллиметров ртутного столба. Фермерам на заметку. Первый признак того, что свинья заболела, она перестает крутить хвостиком. Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шигнанов. Да и я тоже давно хвостом не верчу. Видно, заболел.